Много стартапов в Кремниевой долине не зарабатывают деньги. Я проинвестировала в прошлый год 10 компаний. У меня даже ни малейшей надежды нет, что эти деньги ко мне вернутся. Где ваша выручка? Тут принято, вот ты поднял $1 миллион, спусти его, пожалуйста, за год и приходи за следующими деньгами с результатом. Мне кажется, как предприниматели мы очень осторожны, слишком осторожны. Толковые люди за свою жизнь пробуют много разных вещей, и не обязательно первые там несколько вещей у них получаются. Я буду всегда необъективной, 100% я буду кому-то не нравиться, стареть, толстеть. В расчет на то, что я буду Джеффом Безосом среди креаторов, что я буду одним из первых креаторов, кто сможет выйти на IPO.